Свыше 200 человек были эвакуированы из-за наводнения в пригородах Сан-Хосе в штате Калифорния. О погибших и пострадавших не сообщается. Как передают местные власти, команды спасателей используют лодки, чтобы помочь людям добраться до специальных зон дезинфекции, после чего их доставляют в убежище. Напомню, сильнейшая за последние 20 с лишним лет буря обрушилась на территорию штата на прошлой неделе. Жертвами непогоды стали 4 человека. Уровень воды сильно поднялся, она повсюду. Самое невероятное то, что на протяжении многих лет наш регион страдал от засухи, а сейчас здесь наводнение. Просто невероятно.